Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, it's my life. И с нами сегодня в студии наш студент. Сегодня начался весенний семестр. Маришка отучилась первый день, и сейчас она расскажет, чего ей там грузанули. Давай. Ну, все прошло хорошо. Я была уже на трех из четырех своих. Можно я перебью? Класс. Ты прямо вот расскажи, какие у тебя классы и где ты была, да? Первый класс, который сегодня утром начался в 9:30 утра, это был Women's Study. Это, в общем, все сводится в этом классе к изучению феминизма, о роли женщины, о неравенстве, о равенстве женщин. Вот. В общем, учительница яро в это верит и обращала в свою веру и нас. Какая учительница, ты говорила, интересно? Учительница лет 30, я думаю, хотя, может, она и старше, просто хорошо сохранилась. Вот. Вся в татуировках, но для меня она, в общем, как если бы она подошла и стояла в толпе студентов, я бы, конечно, больше подумала, что это студентка, чем учительница. Слабо успевающая. Ну да. Ну вот, но разрешает, как бы, она все в классе. Единственное, что говорит, типа, если вы слабы, так сказать, до социальных сетей, то тогда, говорит, прошу телефон в руки не брать. Ну, можно записки какие-то в классе, если тебе нужны делать, ну, по-обычному в тетрадочку, можно все это сразу делать в ноутбук или во что-то. Но она говорит, вот я не могу удержаться, если передо мной открытый компьютер, я обязательно начинаю где-нибудь шариться. Типа, говорит, если вы можете только записывать, то пользуйтесь, пожалуйста. Ну, вот. Опять же, я по своему вопросу подходила, уточняла, сказала, что я только что закончила ESL-класс, и я боюсь, что будет какая-то специальная терминология. Говорю, я могу что-то недопонимать, могу ли я в этот момент пользоваться переводчиком, если какое-то слово, которое я не понимаю. Uh-huh. Она говорит, да, пожалуйста, как хотите, нет проблем. Никаких тестов, экзаменов у нас не будет, будет несколько работ, которые нужно будет вовремя, вот в этом нашем, как это сказать, общеколледже. Конве в этой во времени. Ну, в общем, это то, о чем мы говорили, да. Приложение, в котором. Значит, почему она не хочет никаких работы. Тестов, ничего? Потому что она говорит, что я считаю, что типа, что такое феминизм, и четыре варианта ответа. Мне типа говорит, с вами так будет неинтересно работать, смотреть на ваши просто зарисованные кружочки. Говорит, я хочу знать ваши мысли. Поэтому она хочет полной отдачи, как она сказала, чтобы мы рассказывали свое мнение. Ее интересует наш внутренний. Короче, любительница поговорить. Да, походу. Вот. Ну, класс это длится у меня 1:25, в общем. Все, закончился класс, и пошла я к своему физруку. Физрук тебе карту сразу дал? Не я. Он подходит ко мне. Ну, я стою, получается, я еще несколько ребят. Я вообще не знала, что это мои одноклассники будущие. И он стоит в замешательстве с ключами в руках. И такой, говорит, ты скажи, открытие. Подожди, что за предмет? А, это современное здоровье. Там мы будем разбирать все. Начиная от стрессов. Как, подожди, по-английски как он называется? Может, как на что-то другое регистрировались, по-моему? Ну, оно, в общем... Классненько, не знаю, чего его запускать. Да. Contemporary Health. Ты разверни. Да, это что? А, тебе не будет зайчики? Ага. Ну, в общем, это факт, что мы будем изучать все, что можно... О здоровье, как это можно применить к себе. Сегодня мы очень много разговаривали о стрессах. А, ну вначале же, как он в класс заходил, он стоит, две двери, 228 кабинет и 229. И он стоит, я вижу, что застыл-то в нерешительности, да? И я ему такая говорю, 229 рум. Он поворачивается, он говорит, я знаю, что ты хорошо разбираешься в картах. Я говорю, я без карты сюда пришла. Ну, посмеялись, он говорит, еще кто-нибудь есть из тех, кто с нами учился? Я говорю, я никого не видела. Ну, и когда мы зашли, оказалось, что нас вместе с учителем 8 человек. И как бы класс стоит под... нависла над классом угроза, что его могут канцелить. Ну, сделать, как бы, если не наберется, по-моему, там 11 надо или 10 человек. Так, а сколько зарегистрировалось, он не говорил вообще? Сегодня нескольких не было еще из тех, кто зарегистрировался. И, в общем, потом приходит моя лучшая подружка за мной, говорит, а что за класс ты берешь? Она еще бегает, добирает класс. Это сахар? Сахар. Я говорю, погнали со мной, говорю, классный учитель, будет весело. Он сразу ее давай агитировать, что говорит, давай сразу зарегистрируемся. Она говорит, не, я посижу, послушаю, как у вас тут.
Ну, в общем, сидит она, слушает, а он все время подходил ко мне и говорил: ну расскажи, что я хороший парень, типа, что со мной легко учиться, пускай регистрируют. Ну, в общем, так она и не зарегистрировалась, ушла, да. Ну, она, дело в том, что у нас не может быть, ну, нельзя в колледже брать классы, если у тебя даже 10 минут они пересекаются. А у нее получается, она с этого урока, этот урок на 10 минут позже, чем у нее начинается следующий. Ну, опять он же сказал, типа, пришли, уже хорошо, немного, говорит, посидели, и то нормально. В общем, за то, что мы сегодня пришли все, получили уже поинты, за то, что поработали со своими партнерами, получили поинт. Ну, я не знаю, у меня сегодня или мозг в отключке в полной, ну, парня, с которым я сегодня была в группе, я вообще не понимала. Он мне что-то втирал, блин. Он что из себя представляет? Кого? Чьих? Чьих он будет? Да. Ну, вообще у нас в классе только потом к концу класса подтянулось еще две девочки. А мне достался парень, афроамериканец. И, в общем, то ли у него вообще это первый раз, когда он, ну, может, в какой-то вот в группе с кем-то работает, да. Но он как-то, он в себя говорил, он не из себя говорил, а как-то в себя. И мне вообще было сложно его понять. И, в общем, потом я говорю: покажи мне, что ты написал, говорю, так будет легче. Он показал мне свой листик, я прочитала, говорю, ну, тогда я все поняла. Ну, в общем, как-то мы с ним так взаимодействовали. Ну, когда учитель нас спросил, что мы там наговорили, о чем мы, наша группа была, мы рассказали, доложили, а учитель остался на недовольном, все как хорошо. А что у него, тесты будут, экзамены? Будет один экзамен в середине семестра и финальный экзамен будет. Но, опять же, он сказал, что, говорит, учить ничего не нужно, потому что, говорит, меня, допустим, интересует, опять же, он говорит, ваше мнение. Вот сегодня мы говорили о стрессах. Какие более всего распространены стрессы? Он попросил такой написать... Такой учебник какой-нибудь есть, поэтому? Нет, нет учебника. Он попросил написать, какие вот ситуации из жизни ты помнишь, которые больше всего тебя вогнали в стресс. Ну, каждый там написал. Поделились со своим партнером. Вот я делилась... А где вы занимались? На стадионе или? Нет, нет, в классе. У него есть аудитория. Ой, прям такой класс, вообще класс. Не так прям, как вот мы до этого занимались за партами, да? А прям такие парты, знаешь, как показывают хай-скул американские, где каждый за один, да, за одним этим сидит. В общем, интересно было. Ну и все, но он там шорохался, вот посмотрел на то, посмотрел, у кого какой стресс, посмотрел на мои стрессы, сказал, что он как родитель меня понимает, потому что первым своим стрессом я написала это здоровье типа детей, за что я больше всего стрессую. Он сказал, что он как родитель меня понимает. Весь, все 8 человек сочувственно мне помахали головой. Они все бездетные? Они очень юных, мы с ним два там старшего таких. Потом... Следующее задание было, типа, помочь, что ты можешь, вот, прочитав твоего партнера, ну, нас поменяли уже потом партнерами, и о его стрессах, как ты ему можешь помочь, типа, решить эти стрессы. А что у парня за стрессы были? У него, короче, финансы стресс, у него поступление в колледж был стресс. Почему я решила, что он, наверное, первый раз во всей этой обстановке, потому что, ну, он вообще говорил такое ощущение, что как, вот звук не сюда, а туда шел. Я чего, блин, домой, ну... Он стеснялся? Да. Он такой маленький, худенький. Не стеснялся, у нас только один чувачок, но он у нас такой каста кроссовка носов. Я уже о ней, наверное, рассказывала. Я только тебе рассказывала. Не, рассказывала, да. Вот. И он, видимо, очень хорошо знает нашего тренера, потому что он с ним поздоровался за руку, там чуть ли, блин, не поцеловались они, в общем. Они были рады друг друга видеть. И он кроссовки поставил возле себя. А в чем было бы? Шлепаться на носки. Он тоже афроамериканец? Нет, белый абсолютно парень. Ну, в смысле, абсолютно. Белый нормальный парень, как бы высокий очень. Я сразу подумала, баскетболист, но он потом, когда рассказывал, мы немножко себя представляли в начале класса. Он сказал, что он футбол занятся. Я еще подумала, мне кажется, футболисты все маленького роста. Или нет? Или да. Ну, в общем, этот какой-то очень высокий. Третий класс у меня сегодня... А, ну он нас опять же традиционно отпустил пораньше, чтобы мы не сильно устали. Я даже успела сходить купить книгу к следующему классу. И вот я была немножко обескуражена, когда я пришла на следующий класс. Это у меня уже идет по моей профессии. Ну, у меня и все эти для профессии мне хорошо, но этот уже непосредственное погружение в профессию. Называется? Child development.
это называется? Школа, семья, школа и третья. Садик? Нет. Ну, короче, потом расскажу. В общем, это работа здесь? Да. Я вообще зашла, мужчина сидит какой-то в классе. Сидит на месте учителя. Думаю, блин, переписывалась с учителем и женщиной. Ладно, спросила у него, говорю, такая группа, он такая. Ну, Паша сел. А потом начало происходить что-то непонятное. В этот не очень большой по размеру кабинет набилось порядка 70 человек. Я думаю, как хорошо, что я, блин, пораньше-то освободилась. Просто если бы я, если бы наш, ну, физрук, я его буду называть, отпустил нас по времени, да, я боюсь, что я была где-то в коридоре. И все, короче, заходят и только спрашивают, типа, 104, 104, блин, я думаю, сколько же вас может здесь быть? Потом кто-то зашел, кого не видно, и начал говорить, о, типа, я сегодня немного болею, типа, нифига себе, вас тут напилось. Смотрим, ну, вот такая очень маленькая по росту женщина, да, ну, и потом я поняла, что учитель на ней майка Алькаминовская была. Ну, вот. Мужчина этот вроде вообще непонятно к чему был, сидел за учительским столом, шарился в компьютере учительском, он просто допил кофе и ушел куда-то. Вот. Но он всем это самое утвердительно кивал головой, кто спрашивал, туда ли они попали. Ну и потом началось, что она говорит, типа, сейчас, говорит, раз такая ситуация, говорит, будем разбираться, кто уже зачислен в класс, кто в ожидании, а кто просто хочет добавиться, потому что, говорит, ну, я вас всех не рассажу. Mm-hmm. Вот. Она попросила встать всех, кто сидит на стуле, но кто не зачислен в этот класс. Mm-hmm. Встали, вышли в коридор. То есть это кто зарегистрировался только либо поздно, вот, либо... Ну вот вейтлист, кто не позаботился и не... Заранее. Короче, не остались сидеть какая-то часть, ну я осталась, потому что я же зарегистрировалась еще до Нового года. Остались сидеть. И она начала вначале тех, кто в вейтлисту, по тому, кто добавлялся в этот в лист ожидания, как звать. Потом она провела, перекличку, кто есть, и сказала, что вот на данный момент заняты, допустим, все стулья, но не, если до конца класса не объявится вот этих 5 человек, то 5 человек из вейтлиста имеют возможность зайти в класс. Но для того, чтобы остаться в этом вейтлисте, нельзя уходить, надо добыть до конца класса. Они вынуждены были стоять. Тот, кто хочет все равно зайти в этот класс, она будет спрашивать о замене аудитории, чтобы дали больше аудитории, да, тоже должны сегодня оставаться в, ну, короче, в классе оставаться, но вот в этом подвешенном состоянии. Короче, ни у кого никаких гарантий нет. И, в общем, половина стояла в коридоре, половина возле коридора там. Потом ближе к 2 часам она уже вообще тем, кто последняя, типа, из этого листа ожидания, она сказала, давайте так, типа, вы уходите, потому что, ну, шансов у вас, скорее всего, нету. Потому что все-таки к середине урока подтянулось люди, которые не пришли сразу. Она говорит, просто, говорит, типа, я обещаю, что я каждому, типа, по... В среду она каждому отпишется, есть ли место в классе или нет, на e-mail. Подожди, как, короче, так получилось, что получилось больше, чем есть? Зарегистрироваться, в принципе, может каждый. Но, грубо говоря, в классе, допустим, 45 мест. И первые 45 попадают? Первые 45 попадают. А кто не позаботился и зарегистрировался, либо... А некоторые делают, знаешь как, ты набираешь много классов, вот как Сахара взяла, да? И сейчас она бегает, она в некоторых классах находится не в enroll, но она, короче, не зарегистрирована. Я для себя четко определилась с классами и зарегистрировалась в декабре. Она не определилась, и сейчас у нее по некоторым классам... Подожди, она не определилась, но что она сделала? Она все классы себе собрала в корзину и поставила себя в лист ожидания. Она не зарегистрировалась, она просто... Как это сказать? А ну она их в корзину все ложила. Ну я бы вот если бы видела компьютер, это... Грубо говоря, она наложила батонов в корзину, не пробила и ходит, да, их кусает. Да, и сейчас ходит и посмотрит. А сейчас, если ей батон понравится, ее могут уже и не взять. А уже люди набраны 45. Такие, как ты, которые свободна. Сразу положили в корзину и пробили. Да, да, она свободна. Вот так вот. Понятно. И она тогда, ну, либо берет меньше юнитов, либо ищет резко замену, куда можно добраться, уже берет то, что есть как бы. А почему она сразу не пробила их?
Я у нее сегодня спросила, когда мы вот у физрука были, я говорю, чего ты? Говорю, ну хороший же класс, типа все. Она, ну я точно не знала еще, я не знаю, какие мне дни брать. Ну, в общем, знаю, ну у каждого же свои проблемы. Сахара тоже мама троих детей, она подстраивается под свои какие-то. Ну. Ну и у меня уже, кстати, есть домашка, и даже больше вам скажу, у меня уже есть социальный проект, который к 25 февраля должен у меня быть готов. Вот так. Так что. А что вот эта учительница, нормальная она или нет? Она мне очень понравилась, я оставалась немножко после того, как нас распустили, она нас тоже раньше отпустила. Я к ней подходила с книгой, я ей объяснила, что, говорю, я первый раз беру именно спешл предмет, говорю, я вообще как бы не в курсе, как учиться, говорю, у меня будет очень много вопросов, я не знаю, как делать эти социальные проекты. Она сказала, что это все не проблема, что она всегда доступна говорить. Я у нее спросила вопросы, которые у меня есть по домашке, которые нужно в понедельник опубликовать. Она будет один раз в неделю? Она раз в неделю, мы встречаемся на 3,5 часа. А еще специальный будет на этой неделе? В среду второй специальный, который я... Короче, специальные у тебя будут? Сереж, они все специальные. Мне в диплом идет и физрук, понимаешь? Два разных, нет, но я понимаю, это совсем специальные. Но те, именно, которые по направлению работать с детьми, то они будут у меня один 3,5 часа в понедельник, другой 3,5 часа в среду. Вот. Короче, у тебя получается в неделю два специальных, один физрук и один... Woman Study, он тоже... И все, все по разу, короче, в неделю? Нет, почему Woman Study и физрук, они каждый и понедельник утром, и среда утром. Угу. Вот. Ну, не знаю, по-моему, именно этой учительницей, когда я показывала девочкам, кто уже брал классы Child Development, меня пугали, что она очень строгая, но на данный момент я себя чувствую с ней практически так же, как с физруком. Uh-huh. Он не настолько, конечно, она мне родная, но... Ну, вот. Ну, все хорошо, узнаем. И вот на этот специальный предмет мальчики и девочки пришли? Два мальчика только. Я тебе больше скажу, на Woman Study, как я его для себя назвала, феминистский класс, туда пришло 4 или 5 мальчиков. А возраст? Возрастная категория вот на все предметы? Ну, у физрука получается, я самая взрослая после него. Вот, а на Woman Study сложно оценить, аудитория большая, я ж не сидела как бы там. Ну, приблизительно. Ну, мы с Сахарой, получается, троеместницы. Остальные намного моложе? Ну, как бы да. А вот на Development? А здесь уже есть очень взрослые тети. И не, я говорю, 2 или 3 мальчика. Ну, опять же, кто-то, может быть, за мной сидел, я говорю, очень много людей. Ну, там понятно будет потом, когда уже класс сформируется. Да, полностью сформирован. Ну, вот именно начало development. И даже есть, когда она спрашивала, у кого стоит цель получить диплом на, по child development, ну, кто будет на диплом идет, нас несколько подняло руку. И даже когда она спросила, кто уже работает, как, ну, имеет вот этот сертификат, на который я сейчас на первый хочу получить, уже есть люди, кто имеет этот сертификат. И есть кто подрабатывает в дошкольных учреждениях, как волонтеры. Там. Ну, она просто спрашивала, видимо, чтобы представлять, с кем я работаю. Что-нибудь еще? Ну, проект, который к 25 февраля готов, должен быть, это называется, он «Дом в сумке». Вот, и это нужно взять либо сумку, либо коробку с подобной. И положить в нее 5 вещей, которые, как ты себя представляешь, и свой дом, свой внутренний мир, и наклеить или как-то закрепить аутсайд снаружи, как о тебе думают люди. Это по какому примеру? Чао давай. Ну, короче, она говорит, сначала дети собирали коробки, обувные в школу таскали, сейчас еще и мало будет. Креативить можно, типа, говорит, вот все, что хотите. Если, говорит, только это какие-то, ну, типа, дорогие вещи в плане памяти, говорит, то вы можете не нести ее в сумку, потому что, ну, мало ли, потеряется или еще что-то, да. Вы можете, говорит, это сфотографировать и приклеить фотографию, говорит, это нормально. Короче, я так понимаю, надо идти покупать новые сапоги. Настал момент, да? А главное, она говорит, а мы, говорит, будем как представлять эти проекты, там у кого-то возник вопрос. Она говорит, ну мы сядем все вокруг. В общем, я опять буду как на обществе анонимных алкоголиков. Пошли. Ну так вся учеба проходит. Ну, понимаешь, вот даже когда физрук начал, давайте каждый о себе расскажет. И ему нужно было ответить на 4 вопроса. Кто я, откуда я,
моя жизненная философия и... Ваша жизненная кредо. Нет, моя всегда. Жизненная философия и наиболее вещь, которая впечатляющая, произошла со мной в моей жизни. Ну и там, короче. И что ты сказала, твоя жизненная философия? Котик, все всегда происходит вовремя. Моя жизненная философия. Стыдно тебе не знать. Пошли к доктору, пока меня полечит. Так что, наверное, на этом наш первый коллежский влог второго, вернее, весеннего семестра заканчивается. Задавайте вопросы, которые вас интересуют по учебе. Вы были на канале New Life It's My Life. До встречи, бай-бай, увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Ты чатик. Пока.